Ребят, если вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Бамс. Ну, это вчерашний. Почему зла? Так, а там еще? А кто такая орудие? Я даже не знаю. Убегайте от меня! Съебали. Я не знаю, кто такой Руди. Вообще. Так и хочется. Не понимаю. Я не знаю, кто тут. Слушай, вау. Это яркое, но ярче все равно здесь ты. Да, но так чисто, блядь. Я смотрю на тебя, по пиздец, блядь. Не могу глаза открыть. Я хуею просто. Да, угощайся, тортики грязные, калик, шоколад тлеет нормально. Никогда не понимала эти блестки на декольте, если честно. Ой, декольте украшает украшение бриллианты, рубины, понимаете? Найс! Но блестки. Так себе, конечно. Блять, а каков шанс затаймить на качели эту ебаную попасть? Если на какой-то... Ладно, похуй, сделаю по-своему. Так, осуждаем. Мы не оскорбляем внешность других... людей. Долбоёб, ебаный, ну нет же, ебать! Как это возможно? Ты в подстанниках, что ли? У меня 3/4 размер член 15 метров. Оценки конкурентки. У меня нет конкурент. В смысле, чего? Понимаете? Ну, сори, я забыл, что вам тоже. Я за злого не борюсь. Я никогда бы не боролась за мужчину. Что это за бред? Что? Если он не может разобраться, то что я должна за ним тогда бегать? Что это за бред? Я никогда такое не понимала. Что? Макбук. Макбук. Квестом смайликов нахуй, просто, блядь, 4 штуки, аж, блядь, или сколько, 4? Ну она ебанутая, сразу понятно. Еще, блядь, пробел ставит после смайлика. Нахуй хочет с кем общаться? А вот эта девушка, это... Бля, разъебчик. А Кирилл любит, когда волосатые мужики обмазываются маслом? Я обожаю. Смотря каким маслом. Ну да, так для ТикТока. Так, надо пристегиваться или как? Не тут все, ну в принципе я... Но я постараюсь не переворачивать. Сейчас мы боком едем, а видно, я не знаю, блядь. Охуенно, на самом деле. А дверь не открывается или как? Дверь, она вот... Вот. Ай. Она нахуй дверь. А Мазда не ваша? Мазда. Вот это. Не, не надо. Нет, посмотрел, там просто кардану пиздец полный. Не, мы про летающую. Мы про которая висит. Да там кардану вообще. Да нет кардану, я вас огорчу. Он отсутствует там вообще. Я же говорю ему пизда. Домой, конечно, но чаще... Не, у тебя жопа брита? Нет. Ну, у нас тем более, у тебя на волосах остается, там воняет жопа, конечно. Там воняет жопа. У тебя не было такого, что... Сейчас, вот, чат сейчас поймет меня. Не было такого, что ты сидишь за компом, например, у тебя вспотела жопа и воняет чуть говнишком? Было такое? Не было. Говнишко не воняет. Ну, не такой запах такой. Нет, было такое. Диман, у тебя спёртый запах такой. Вот, а это ТВ есть. Да ты все слушают, как мы говно и жопу осуждаем. Ну, он уже... Даже не её атаковало, блядь. С опытом. Вы отнеслись к тому, что для вашей девушки было бы важно не спать до свадьбы. Быстро, как бы ты отнесся к этому? Она бы сама не смогла, максимум 2-3 дня она бы не спала, нахуй.
Поверьте мне, человек не сможет не спать до свадьбы, бля. Потому что если ты хочешь не спать до свадьбы, нахуй. Не, ну у меня есть такая подружка, но она верующая. Ну, типа, мелатонин, опять же, это максимум 2-3 дня, и все. У нее там был парень, она долго с ним встречалась, но у них не было секса. До свадьбы нужно спать, обязательно. А вдруг, да, что-то попадется не то, что вам понравится, и вы разведете сразу же. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, мне так страшно, вот эти все приколы, я так всегда боюсь за спину. Ура, вы в танцах, что это было? Давайте, блядь. Что ты сделал? Поправь презерватив на башке у Каролины. Девушка, не хочешь лизать мне очко, хотя с моей стороны это норма. Ну, так что я тебе сделаю? За лечение деньги будешь давать. Отпилили. Я сейчас сделаю чуть тише микро. Примерно 2 витка сзади и спереди по одному витку. Пружины. Машина опустилась. Она опустилась. Нет, не она нихуя не опустилась, она вон наверху летит вообще. Блять. Ты не... Машина опустилась. Ну так и скажи, что не разбираешься. Которая... Почему ты какой-то не считаешь, можешь сообщения нет. Обзор произошел. Блин, ссоры. Ой, я вообще в такую игру не играла, для меня это супер страшно. Нет, я не буду! Я не буду, я боюсь пизду! Нет, это не то, что... Это очень страшно! Мне она не нужна. Выше балла 6 уровня. Кисы чел за 5 эликсира, нахуй. 5 эликсира засунул, еби в жопу сколько хочешь. Что-то спалили. No, sorry. Блять, камера. Спасибо. Глянь, смотри, охуеть. Да смотри, вообще охуеть. Да глянь. Петух. Посмотри, это вообще охуеть. Да ты кукареку, не надо, да не надо, не надо, не надо. Это вообще охуеть. Не хочу. Ну, Лёш. Это реально тебе в костюме орла вот того лучше всего идет. Шутник. Ну хуй ты смотреть не начал, а? На. Шары. Это член видеоголосов. Вчера вот этот пацанок. Не понял. Это вам подарок от того столика. А, ёпца. Спасибо, мужик. Пацаны лучше. Ебать вкусно. Вы находитесь в семье американцев, которые говорят по-английски, а ты Бобику говоришь дай. А дай по-английски умри. Я такой, Бобик, дай. Хорошая поставить. Не уводят? Блять. Проверим. Блять. Нихуя себе! Человек фалук. Блять! Вы знаете, у женщин вообще все круче, блять. Вот у них и шампунь, например, блядь, персик там, что-то. Тут я еще, согласна, блядь. Да. Персик, ландыши. У нас вообще все в одном. Медовая луна. Гель для душа. Угу. Нежный барбарис.
А чё у мужиков, блядь? Сила угля, блядь! Медвежья кожа, блядь! Что за хуйня вообще? Блядь, сила угля, блядь! Смотрите, а количество зрителей-то увеличивается? В 3 часа камера повернется в номер отеля, а там Путин и Зеленский сидят, пиво пьют. И такие, а, классно, мы всех наебали, блядь. И такие в камеру смотрят, ну чё, ребят, это пранк. Вот вы и повелись, блядь. Тупо наебали весь мир. Вы думали, Никоглай такой крутой? Нет, это мы. Это мы. Фикс. Акция. 200 тысяч рублей. И я бью твой никнейм у себя на ноге. Татуировку. Вроде Ярик еще. Ярик? Блин, да нахуй. Что? Стой, это у меня плюс 200 или у кого? Да. Ну, так он хики написал, он на татуировку? Да. Ну, потому что он просто так взял 200 задачи. Просто так взял. И бить по новой. Не, ну жестко, зато вот набил, такая. Да. Все, готово, да? Что ты мне набил, долбоёб? Жестко. А как это хочется, этого пытаться? Мне тоже хочется. Я хочу... Но мне хочется кушать больше, чем... Секса как. Жесткого сейчас. Это кто? Я не знаю. Давай. Все. Ты развялся, что ли, что-то?